Я думаю, что когда людям что-то нравится. Значит, дышать. Когда человеку нравится, получается. Я сделаю дерево, планету, всякие домики, карусельки, качели, столики, человечков. Но иногда делаю садик. Это когда что-то вдохновляет, например, с такими косметичками, например, косметикой, бусами всякими красивыми, да, красивыми костюмчиками, сапожками. Это вдохновляет. Это когда люди, они улыбаются и что-то вдохновляют, рисунки, пазлы, там какие-то игрушки или что-то еще. Когда ты что-нибудь понял и хочешь написать это в книжке. Я сам придумываю сказки и записываю их себе. Это когда выдыхаешь воздух. Это когда людям нравится, что это вдохновение. Это когда люди что-нибудь вдохновляются там. Стихи, там, песни пишут, песни сочиняла, ну, там, детские. Но у меня они быстро из памяти уходят.